Здравствуйте, ребята. Всем привет. Нихуя себе. Мужика. Мужик. Я не мужик же, я же тут за бабу играю. А ты полысел сразу. Я же полысел. Хуя, Женя. Что ты наделал? Я мужика бил. Что же ты наделал? Что же ты наделал? А где моя шляпа? О, смотри. Женя, иди сюда. На кого я похож? Иди сюда. Я в другой стороне. Я уебался в воду. Бывает же. Стой, сейчас. Жень, дерьмо случается. У тебя волосы вернулись. Бля, что-то так у меня и были волосы. Нет, ты у меня валялся лысый, короче. Женя, вода. Да, я вижу, Олесь, смотри, какая вода. Ну-ка, смотри, а в воде можно драться-то. Давай подводный бой устроим. Подводный бой, давай. Как нырять, как нырять? На крестик, по-моему. Или подожди. На квадрат, по-моему, нырять, или на нолик. R1. Ладно. А под водой можно? Хуя себе, хуйски ты там это устроил-то. Хуй. Зачем нужно выбираться? О, нихуя! Нихуя! Уровень здоровья повысился. Это нужно плавать. Ну, это бредовый, конечно, бредовая драйка, но плавать нужно. Плавать нужно — это здоровье прежде всего. И не только в игре, я имею в виду. Так, вообще я выбираюсь. А что мы хотели поделать в этой серии? Мы хотели приобрести, посмотрели вообще новые тачки. Да. И приобрести... Блин, да застрели меня! Я не могу выбраться отсюда. Спасибо. Вот, как, но застрелить всегда рад. Вот, ты можешь поразить, если, конечно, застрели меня, сюда бой, но сразу шмалюн прилетает такая в тебя. Открыто новое оружие, бронебойный пистолет, у меня новый уровень, что ли? У меня тоже бронебойник был. У меня 33-й поднялся, а когда? А, я ж тебя убил, наверное. Может быть, поэтому? Не знаю. Чего знает, ну, в общем... Иди посмотри, на кого я похож, скажи. Сейчас, штормовой ПП глушитель, блядь, я сейчас через очко перепрыгну. Вау, подожди-ка. Что это за секси-бэйбэ? А ты у меня без шляпы, что-то обычный телочек. На кого похож? На Клеопатру. Я думал, ты скажешь на Элизабет. На Элизабет? Блядь. Да ты не похожа на Элизабет, ты какая няшечка. Только стой. Нет, Элизабет она нишнее, она няшечка. Блядь, она не носит леопардовое. Она же не шлюха, да? Это да, я спорю. Ты же не пытаешься меня догнать, чтобы ударить? Нет. Серьезно? Да. Нихуя, Женя. Я тебя пытался этим догнать. Минутка молчания. Смотри, у нас тут загрелся какие-то большие круглые хрени. Кто? Ты о ком? Это о людях ты сейчас? Большие круглые хрени, это люди вообще? Хрени сверху на нас загрелись. Смотри, там какие-то машины. Какие машины? Братки там на меня. Братки там на меня? Братки агрятся, вах. Да, сейчас. Так, смотри. Ты идешь? Да, конечно. А, это забор. Понятно. Так, давай сначала выберем какие-то тачки. Да, давай зайдем, посмотрим, что у нас есть так, в магазине. Что добавили с обновлением? Сейчас. Так, значит, я хочу купить... Зенторно за 725 тысяч. А ты там можешь, по-моему, вообще все что купить. Лучше магазин велосипедист, транспорт, купить и яхту. Так, красненькую. Экзотические, мощные, шикарные машины. Какой ты купил? Я купил Зенторно. А, вижу, за 725 тысяч, охренеть. А то я хочу, знаешь что? Блять, меня стреляют. Что происходит, Жень? Меня стреляют, я не могу выбирать. Так, Зенторно я купил. Сука. На! Апперкотом вырубил, говнюка! Следующий! Ладно. Так, синенькую такую купим. Это у нас Массакра. Машинка называется. Там сколько? Три тачки же новые получилось. Раз, два, три машины и один мотоцикл. Так, ну-ка, сейчас я тогда себе то, что... Я мотоцикл себе куплю еще. Че? Блять, меня переехали! Кто тебе меня переехал? Поезд переехал! Блять, оно горение 21 век. Я стою, меня поезд переехал. Нихуя. Знаешь, если бы в то время он на горении был телефон, то она в интернете лежал бы. Вконтактике завис, да? Была в сети 5 минут назад, да? Стингер кабриолет. Кабриолет? Какой? Откуда? Стингер кабриолет. Выбрать из доступных средств. А, подожди, во, хочу. Там пишется, если это из нового обновления, там напишется. Ну да, это из обновления, высший свет. Возьму. Ну давай посмотрим. Так, все, я взял. Охренеть, она дорогая.
Все, ебу. Хуиски ты там это... Как ты уклоняешься? На квадратик. Меня в комментариях научили. Ты меня все время гандоли, меня научили. А я нажимаю квадрат, ничего, не уклоняйся. Ну так я ж ты не бью. Оп. Оп, давай, пойди себя. Ну давай попробуй, уклонись. Да я пытаюсь, я нажимаю, он не уклоняется. Еще раз, я тебя сейчас буду учить. Нет, я знаю, что когда мы с Майклом разбили витрину магазина, нас учили драться. Отправился, да-да-да. Да. Я совсем забыл про это, давай сейчас, короче, смотри. Че, давай. Катимся-то внизу, наверху. Смотри, мусоровоз, Жень. По-моему, это мусоровоз. Менты, что ли? Да нет. Нет. Так, стой. Давай, попробуем. Прокатимся на мусоровозе. Вот, все, ты в драке. И теперь давай, сейчас тебе буду, жми квадрат. Жму? А, вот. вижу. Потом нужно сразу нолик жать. И ты вот. Нихуйски. Нормально. Че, ты думаешь, тебе бить, что ли, буду? На, нахуй, буду! Блять. А блок как-то можно ставить, да? Блок не знаю, вот насчет блока. Блять, я как птичка, как чахчайка, блять. Нихуя. Так, все, отстал. Да, у меня вообще лоу хп. Подожди, а как ты запрыгивал здесь? Holy fuck. Почему она не запрыгивает сбоку? Как ты сзади садился? На мусоровоз же можно сзади как-то сесть? Нет, это не мусоровоз. Бляха. Ладно, сейчас стой. Подожди, у меня жизни мало, да, я сейчас сяду? Давай. Оставлюсь немножечко. Так, и давай посмотрим наши тачки. Нужно моя еще одна... уже пришла одна, кстати. Блин, а моя же еще не пришла, должно же пройти объявление. Так, ой-ой-ой-ой. Вот, смотри, куда можно ехать, смотри. Ух ты, сейчас за нами какой-нибудь поезд, а у нас... Потом... Так, все, моя тачка доставлена. Кабриолет. Так, интересно, куда мы и так-то едем? За поездом. Догоняй эту суку. Нет, ну в жизни, конечно, не догнать. То есть ты не брал вот этот кабриолет, да? Вон, он, смотри, вон поезд. Ты мне его я оставил. Кабриолет нет. И хорошо, потому что чтобы у нас не было одинаковых тач. Чтобы я был... Ну то знаешь, как дам одинаковые туфли, а у парня одинаковые тачки. Я не буду на ней тогда ездить. Едем в далекие края. Мы тут, помнишь, с дампом? Да, я помню. Да. С дампом два медведя блочили туфля. Надо давай. 4 или 5 С4, чтобы уничтожить машиниста. Ни хрена себе, он жирный. Ну? Братишка-то. Че, прыгнешь на платформу? Не, подожди, пока не надо. Я хочу заехать внутрь. А, ну давай. А, хочешь заблочить? Ну, попытаться. Ну давай. Бля. Новая хрена. Хуяси. Блин. А, нет, могёшь. Нормально. Сейчас доедем. Запари эту сучку. Все, тормози, скотина. Все, тормози. Конечно, не остановится. Да, но это было глупо предположить. Это что было, бля? Вообще не знаю, мы еще дальше поехали. У меня как залагало, ты видел? Я тоже, мы вылетели вверх. Что за... О, чувак какой-то, смотри. Возле амунашки. Блять! Говно. Как ты погиб-то? Меня сбили. Чувак, ты монархи. Подожди, о, как это было классно, блять. Пиздец. Задавно. На, нахуй, баба. Что? Я сел. У меня тут пиздец идет. Давай сюда. Так, давай. Да, а я хёрт. Я кого-то убил. А я кому-то ёбыч прописал, нахуй. Все, хорошо. Я что, копа убил? Нет, это не коп. За мной копа, за мной. Что, пойдем? Вызовем наши тачки для начала. Вызывай свою сначала, давай, а я потом свою вызову. Хорошо. Так, механик. Нет, ну блять, ну нет, дай это позвонишь. Хорошо. Стингер. Так. Пикачу. Тебя сбили медики, нет? Нет. Позвонил? Нет, нормально. Так, да, я позвонил, у меня все, оно должно здесь быть уже. А, вон едет. Едет, да, где? Красавица, он стоит уже. Что ты заказал, кабриолет? Да. Кабриолет, давай посмотрим. Поехали.
Так, вот этот красавчик. Ой, я кинул случайно грену. Блять. Я шучу. Шутка, шутка, шутка. Ух, нихуя, нихуйски. Ну так я, смотри, как красавец, давай попробуем разогнать ее. Давай попробуем разъебать ее, лучше скажи. Мне нравится, как у Джеймса Бонда в начальных фильмах. Блять, блин, ну ладно, все. Первое началось. В общем. Белая пыль, смотри, задание. Вижу. Вау, вот это ее носит. Может, ее в кастом загонишь? Да, загоним. Она там где-то кастом сзади была, просто хочу по прямой. А я возле кастомса как раз подгоню себе Зентура, это или как она называлась? Эйс Вентура. Так, ну нормально, нормально. Нажмешь на кастомс? Нет, не взрывай. Спасибо. Чего не взрывать? Ты, вот это тот, то, что ты кидаешь. Все нормально же. Пиздец, короче. Я даже боюсь, когда ты останавливаешься, притормажит. Ты сейчас под нас кинешь и взорвешь. Не переживай, я все равно выплачу тебе страховку. Ну, блядь, баночка! Чего? Так, стой. Это что было сейчас? Это был крик о помощи! Я ж хорошо бросаю, я не взорву тебя. Что ты делаешь? Нахуй ты выпрыгнул? Я спасаюсь. Так, стой. Сейчас. Нет! Нет, моя тачка, стой, стой, стой. Дай сяду. Я сейчас на кастом спал, да ебаный брат. Гоняют. Садись. Давай, давай, садись, садись. Поставь на кастом. Да, есть пока. А, вот вижу. Все. Поставил? Да, да, да. Вот Денис прыгнет. Во-во-во-во, Нет, не, случайно не получилось. Случайно не получилось. Не получилось, случайно. Блять, ты где? Стой, стой, стой. Какого хуя, блядь? Ты тролль, а? Троллишь, Олежек? Ты заминировал, да, меня? Нет, я не минкал тебя. Я слышал минку. Нет. Вот так, это был звук минки. Прыжок выполнен. Понятно. Слушай, надо на трамплишку. Надо найти нашу трамплишку, надо в аэропорте. Расстояние, высоту. Так, давай садись. Что за трамплишка в аэропорте? Помнишь, в аэропорту, в аэропорту, были трамплишки? Помню. Угу. Ну, можно, давай сначала пообгрейдимся. Давай. И поедем, посмотрим, полетаем, как они там дальше тебя будут вести. Так. Заебись, вода. Не получится у тебя никогда. Но, что именно не получится? Взорвать машину? Да. Пожалуйста, нет, без проблем. Хорошо, нет, я не это имел. Ну, хорошо, сейчас надо в Lost Customs. Нормально. Все нормально, друзья. Вставай, пожалуйста. Все, одна звездочка, ты уйдешь, я думаю. Нет, они преследуют, за нами выставили танки. Наверное, спасать это без... Ой, здесь мы, смотри, Тревором пытали. Помнишь? Да-да-да. Так, ну-ка, еще они съебутся. Так, нет. Куда ты? Блять. Так, хорошо. Значит, я вызову машину. Давай, вызывай, пока свою отточила. Интересно просто посмотреть. Интересно, нет вальт вообще или нет? А я в Lost Customs могу заехать, как опыт. А я могу уже заехать, ты господи. А я что-то стою. Ладно, сейчас пока по-быстрому приапгрейдюсь. Все приобрету. Так, ремонт, броня. Так, ждем. Ждем машину. Да, сейчас я там быстренько подтащу. Так, надо восстановить там тачки свои. О, приехала. Тут, кстати, новые пищалки появились, ноты. Серьезно? Да, есть до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, высокая. Ничего себе. Классические клаксоны есть. У-у-у. Музыкальные клаксоны открылись. Это... Слушай, тачка вообще красавица. Очень крутая. Ну, 750 тысяч, Жень, представляешь? Я понимаю, у меня, а моя 871 стоит. Сколько? 871. Моя красившая. Ну, конечно. Бронька. Можно забронькать, отлично. Забронькать. Блин, продать, да вы что, с ума сошли? Подвеска. Занизить ее надо. Турбо-тюнинг, 50 тысяч, охренеть. Так, колес. Движок не могу, глушак сейчас какой-нибудь эпичный. Модификации колес.
А крышек нет, где пуль не пробиваемый. А, вот. Взрывчатка. Пусть... Нет, детонатор зажигания, помнишь, было? Да, я помню. Так. Что-то еще, стекла. Да, красавец, конечно. Бензин. А, все. Я выезжаю. Ты там. Да, ты поедешь. Клаксончики. Бля. Ну, я мне прикольный такой поставил. Савчик, блин, я тебе даже жалко врезаться на ней. Что поделать, придется. Она открылась, ты выезжаешь, да? Нет, нет, прокачиваюсь. А. Так, это есть окраска, продать, пороги. Надо пороги попизже сделать. Спойлер какой-нибудь крутой. Спойлер крутой во все тяжкие, пятый сезон. Колеса надо какие-то тоже. Колеса. Колеса я поставил просто полистойкие, и хватит. Тут у них вообще колеса смотрят, они постоянно то ли отлетают, то ли еще что-то. Я еще попробую поставить колеса. Там будет. Так, спортивные. Слушай, ну колеса тоже должны быть новые какие-то классные. Ну, полистойки, они оправдали свое качество. Хрен пробьешь. Это радует то, что там... Ну, помнишь, как постоянно у тебя колеса пробивали? О, это да. Это было жесть. Это я помню. Так, цвет колес надо сделать. Так. Прям хочется погонять на этой малышечке. Так, какие же колеса сделать себе? Даже врезаться хочу ее корежить. Бедняжечка моя, красоточка прекрасная. Тебе еще, бедняжка, предстоит выстрадать. Тебе еще предстоит настрадаться, когда я буду за тебя садиться. Поэтому пока что наслаждаюсь тем, что я тебя аккуратно веду. Так, окраска, колеса, стекла. Стекла ты тоже сделал? Потемнее, да? Да. А-а-а, все, разгандонил ее. Все, можно. Иди починись, не... так почини ему, заедь обратно. Да, нахрен, чем я каждый раз это, чиниться, все равно врежусь. У меня вождение повысилось, третья палка кинута. У-у-у. Отлично. Хрена. Представь, меня еще вождение повышает, просто пиздец. Ладно, я тоже выезжаю. У меня еще улучшается. Че, я, может, каким-нибудь сверху смогу спрыгнуть к тебе? Могу, не смогу. Видимо, нет. Блин. Ни хрена я это слышу. А ты меня слышишь? Да. Это, у тебя пиздец громкий, конечно. У-у-у! Хрена. Блин, у тебя громче. Ну что за пиздец? Давай погоняем. Давай. Бля, эта машина очень быстрая. Гонку импровизации сделаем. Давай на трамплишке, давай доедем до аэропорта, может быть, да? Да, давай сейчас. Так, где он? Далеко? Ой, далеко, блядь. В другом конце, да? Ну-ка. Ёбаный помидор, ладно. Где-то здесь, по-моему, развязка, да? Да, кто первее туда? Подожди. Так, ладно, похер на эти гонки импровизации. Давай сейчас просто найду. Так я нашел, вроде поставил. А у меня не отображается. Вон он, где-то там, что ли. Нижний левый угол, да? Это аэропорт там. Да. Так, стой, дай я сейчас тебе подсяду, подожди. Тебе вообще жесть какая-то. Сейчас у меня точка появится. Все. Дай я в свою пойду теперь. Все. Блин, 2 километра. Да ты меня сделаешь, что у тебя тачка из жопы. У тебя же дороже машина. Да ну и что? Все, поехали. Ну, подожди, ну надо как-то ровно, бля, это пиздец. Давай на светофоре, давай. Давай, как профессиональные гонщики. Вон здесь вот. Короче, давай. Как зеленый загорится, поедем. У тебя какая-то, давай, блядь, она немощная, смотри. Давай, как зеленый загорится, поедем, короче. Давай. Смотри. Зеленый уже горит. Зеленый, блядь! Уёба! Уже зеленый. Я плохо среагировал. Короче, блядь, ну пиздец, он тебя разгоняется, конечно. Да нормально у тебя машина, что ты? Хуйня какая-то. Ты же хотел, потратил бабло на неё. Да пиздец, где хуя твоя подлетела? Все нормально. Нормально, друзья. Ебать, её носит. Все нормально. Нет, она-то нормальная, я не спорю. Но по сравнению с твоей, это вообще твоя носится, конечно. А чё, ладно, я взял. Может быть, мою сядешь?
Нет, я тебя еще сделаю. А, окей. На красный проехал. Ой, блядь, выпиши мне штраф, ёпта. Я штрафанул. Штрафанул. Так, стоп. Ну что я тебе сейчас сделаю? Да-да-да, в мечтах, блядь. Еще, блядь, не вечер. Уже ночь. Блядь, я-то думал, ты тут едешь, а это ты уже уехал вперед. И станутся, короче. Бля, я не туда свернул, ебать. Блядь, а я уебался. Так давай лучше сядь ко мне, что ты паришься? Да нет, я доехал почти. Да я тебя сделал уже, да? Да, по сути, да. У меня даже маркер пропал. Пиздец, короче. Даже хуй знает, куда ехать-то, блядь. Да я хрен знает, ты куда вообще метку-то поставил? У меня маркер вообще пропал. А, так мы приехали. Я, по моим предположениям, аэропорт здесь. Взлетай, Женя, взлетай. Нет, там не именно аэропорт нужен, а именно та дорога в аэропорт. Я не ошибаюсь. Я поехал. Направо. Ты где вообще? Ты тут? Я выше. Вот едь за мной. А, вот туда. Вниз надо. Сюда поехали. Тачка-бомба, конечно. Мне нравится. Самая крутая, наверное, тут. Блин, да все хорош, у меня пизжи, короче. Блять, да еб... говно уже. Не умею я выбирать машину, ну их нахуй. Короче, блять, что за... квартиру выбрать. Да отстань ты от моей тачки, я так стал. Блять, я на... Я ее куплю еще. Вау. А, все, я вспомнил, что за трамп... Вот, это было хорошо. Отъебись от меня. Мужчина, да съедь с меня, блядь, изнасиловал еще. Бля, я упал. Правильно, прими. Я упал. Я упал, кстати, куда надо. Я сейчас тоже пойду. Все нормально, я упал куда нужно. Я тоже. Нам сюда и нужен. Так, все. Поехали. Давай, трамплишечки по очереди. Хорош! Блять, мужик нас сбил. Давай, С какой стороны трамплишка? Сзади, да, по-моему? Поехали, здесь, поехали. Сейчас должны разогнаться нормально так. Нормально. Давай, за мной. Ты видишь меня? Нет, не успел я разогнаться. Я, блядь, врезался там. Там что-то было, я что-то в это врезался. Нихуя! Это я тебя не вижу. Нихуя ты улетел! Пиздец. Надо, давай реально с одного места тронемся. Давай. И взлетим сразу друг за дружкой. Это давай будет эпич. И сигналы надо обязательно. Да чувак какой-то идет пиздит, так что давай побыстрее. Так, все, поехали, кругалять даем. Вот отсюда поехали? Давай. Надо назад, Женя, именно назад. Вот там впереди есть эта херня. А, ты вот имеешь это на трамплин. Этот имеет да, трамплин? Конечно, конечно. Я сначала на этот. Давай. Ну ладно, давай. Потом на другой. Успеем хорошо. Еще. Ладно. Давай. Меня долго разгоняет с вот этими минус, короче. Но а то потом она нормально так гонит. Смотри, здесь есть еще один трамплишка. Аля, ни хрена крутанулся, перекрутился. А как ты назад теперь? Да легко, через ворота. Ну давай посмотрим. Открой ворота, сука! Я телепортировался через них. А нет, они исчезли. Ворота исчезли. Я подлетел и исчезли ворота, я читер. Ну давай выезжай тогда. Ща, не пустят? Ну нахуй его. Упустил, поехали. Так, отсюда, давай, остановись, все, погнали, да? Так, давай, давай вперед, ты хоть посмотришь, я ж смотрю, как ты летишь. Да я вперед. Ладно. Да я опять что-то врезался. Хуя? Ебать мои перейти. Я вообще улетел хуй знает куда, вообще нереально просто. Иди сюда, смотри, подъезжай. Смотри мою хуйню переднюю, что это, блядь, за номера вообще? Какие номера? Весь впереди, блядь, что это за хуйня у меня? Смотри, на моем передоке. Не знаю. Я не могу ничего сделать, я не могу взлететь. Он у меня врезается. А, ты врезался. Ну тогда в мою садись, я не знаю, возьми другую машину. Закажи какую-нибудь. Что за пиздец, он у меня передок разрушился, я не могу, я сейчас попробую еще раз. Ты, получается, царапаешь, да? Я, получается, врезаюсь. Блядь! Нихера. Ты еще перевернулся. Херась. Продать по эту хуйню, конечно, взять твою. И похуй на всем. Моя так, очень вот. Высоко летает, я еще такого не видел. Не дразни. Угу. Опять врезался в эту хуйню, ну нахуй сейчас другую вызову. Ты там стоишь, смотри, возле трамплина стой, я сейчас подлечу. Давай. Будешь за это сам, можешь камеру достать. Подожди, я так смотрю. Ебать, ты перекосоебила. Ебать.
такой звук, знаешь, ю. Слушай, я куда-то запрыгнул, я на какую-то дорогу залетел. А, я знаю, мы в прошлый раз тоже залетали туда. Так, в гараже. Я позвоню механику. Тут жирный тебя на камеру снимает. На YouTube сразу выложи, да, популярный стать. Стал. Давай, едь. Пока едет, ты бы мог сесть мою, не? Слишком близко, подожди. Мне нужно отойти. Взорви свою машину. Иначе не доставят ее. Это что, смотри, смотри, как стоит. Учись, Жень. Замечательно стоит. Механик, дай мне мою машину. Motherfucker. Motherfucker, да. Так, наблюдай, Жень, на камеру снимай, как я взлечу. Ща, подожди. Не получилось! Вижу! Полетел, за щитом скрылся. Так, ладно. Сука, мне интересно, снимут-то за... Нет, её... реально, надо вдвоем попробовать сразу, вот, друг за другом, быстро, быстро машинка. 9 тысяч, наверное, где-то заберут. Так, сейчас просто восстановлю ее. Блять, за мной еще и копы. Хуёпы. 10 тысяч, пиздец. Садишься? Так, я сейчас себе свой вызову, я хочу на своей. Ты будешь смотреть, как я взлетаю? Запечатлю. Да, давай. Сейчас, подожди, я вызову. Подожди, не едь только. Сейчас. Ты бы пока вызывал, запечатлел. Да, бы. Я, вот я пока вызываю. Все, давай, едь. Prepare for take-off. Все, наблюдаю. И здесь там весело, короче. А если выпрыгнуть в этот момент еще? Ну, давай! Бля, я в самолет, кстати, врезался. Нормально. Ну, самолет врезался? Ну, тут есть памятник самолету. От памятник авиации. Это... памятник самолета, блядь. Самолетик Додо, памятник, да? Сейчас я на своей херне. Давай. Надо стартануть там вместе. Давай я за тобой лучше буду. Не вместе, а за тобой буду. Пойдем уже. Давай. Вот это будет круто. Таки на танке разогнаться. Ну да, тут машин слишком много сейчас. Да ладно? Это же прикольно. Так. Так, ну что, давай, ты первый? Да, поехал. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Интересно посмотреть будет на это. Блять, я не взлетел, говно ссаное. Я врезался, вот говно. Я скрутился. Блять, я вообще на какую-то херню упал. Ой, я в какие-то кустики. Все прекрасно, назад возвращаюсь. Хорошо, жду тебя на исходной. А я, да, я туда же еду. Не так уж далеко, конечно, я высоко летел, но недалеко. Я вот именно ввысь летел. Теперь ты за мной давай. Подожди-ка. Блин. Давай, поехали. Так, погнали. Прямо за мной, да? Да, я прямо за тобой. Давай, 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 давай. Лишь бы не врезаться. Блядь, какая дочь. Во-во-во, еще. Блять. Хуй с кем летаем. Давай еще какой-то ходил. На здание где-то было. Сиди сессии потерянные за неизвестность твоей ошибки. О, это что у меня было? Нихера себе. Первый раз ты такой, да? Да, 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 да. Что-то странное. Бля, мою машину вообще не узнать. Какой хлам уже. А где второй трамплин находился? Напротив этого. Напротив этого. Ты засади сейчас. Так, а я не вижу пока. Я помню визуально где, но... Классно было бы, знаешь, если бы сразу друг за другом. Так, ну это нужно прям идеально ровно ехать. Угу. Так, кем еще? А, Майкл, может. Так, ну что ж, я перезашел и прилетев сюда первым делом, что я увидел вот этот вот пиздец, вот этот. Как ты вообще забрался-то, я не пойму. Каким образом? Нравится? Нравится, нравится мне, когда летаешь ты рядом. Бля, мне, ну, мне тоже нравится. Жопа твоей тачки, я так скажу, че. Сейчас смотри, а я вот сюда вот присяду. Че уж. У меня, знаешь, у меня консоль зависла. Так. Чудненько, блядь. Чудненько. Вон, смотри, блядь. Смотри, смотри, двое сейчас. Наверх. Сейчас. Там пиздец, что там. Давай прям в них. Че-то мне страшно вообще, тебе скажем. Блять.
Женя, говорят, Доник, что ж ты стоишь? Сейчас. Копы хуйнули, да? Нормально? Бомба. Братишки! Отъезжай! Ты ж бомбанёт? На нахуй! Я им 1300 выплатил, блядь, игрок, блядь. Ты что творишь вообще? Да мне, я бешеный! Она не подходи ко мне. Не подходи, постой. Просто побудь со мной. Взрывай и уничтожай всех взрывной волной. Че, не взорвется, нет? Блядь, ладно. Там братишечки появились. О, здесь братишка. Блядь, я им туда кинул, где он стоял. Завалил его? Женя, что ты делаешь? Копатом. Колеса! Опять Олег за рулем, нет колес. Что за пизда? А, я же в этой тачке не поставил колеса, пулем пробиваем. Бомбанул, копа, заебись. Я теперь буду учиться кидать эти C4. По-папски. Где он тут? Смотри. Блять. А, вон он вышел, написано. Я весь в дырках. Я дарю. Блин. Заминкал! Нихуйски. Заебись. Заебенил конкретно, да? Так, нормас. Мартин пидорас. Бля, Жень, управлять вообще Unreal. Ну давай продержимся. Сколько продержимся? На нахуй! Пап-папски! Артизист, может пониже спустится? Гандануйся как-нибудь. Так, ну давай, едь сюда, говнюк. Давай кого-нибудь найдем, реально. Давай, че хочешь. На. Ох, как я проскочил! Вот это круто было! Текстурок не было вообще. Бля, меня вертит, смотри, как солнышко. Отъезжай! Отъезжай! Смотри, под конец. Блять, я по кругу гружусь! Есть предложение сагрить опять копов и на кого-то натравить всех. Блять, меня ебнули. Давай попробуем. Моя машина, кстати, жива. Жива, да. Здорово. Да. Если это можно назвать жизнь, я бы на самом кстати, деле... Кстати, кто отключил... спрашивает, почему ночь и почему мы бегаем, занимаемся непонятно чем? Что у нас было там, Жень? Консольки зависли? У нас одновременно зависли консоли, да. У обоих. Одновременно зависли две консоли, да. Это нонсенс. Это как минимум... Блин, давай, теперь ты за руль, да? Это развалюшечки. Ну давай. Хочешь, давай нормальную. Давай нормальную возьмем, если хочешь. Давай твою новую. Потому что новую хорошо сейчас вызову. Давай. Новую. Так, механик. Так, копы. Коп хуёб. Сука. Я только к ним подошел, блядь, они уже на меня... На, блядь, въёбай. Блядь, жизни... Ебнули. О, я с ним сосусь, смотри, засниму. Нашу любовь. Мы будем жить века. Я слишком близко к транспортному средству. Так, ладно. Так, ну ладно. Блять, дробовик взял, хотел нож взять. Ах, черт. Мы с копом. Я умер и как бы рукой его по лбу погладил. Да, я умер, мы как бы типа сосались с ним, короче. Сосался с копом. И фу, да, я понимаю, мне противно от самого себя. Сука! Я по дверце резал. Блин, я лёг как будто рожай, посмотрел и назад лёг. Нормально. Пиздец, лёг, приподнял голову как будто рожай и назад лёг, короче. А я всё это время, кажется, был мёртвый. У механика голос как у Лестера. Серьёзно. Может, Лестер наш механик? Может быть. А там на палочке улетает, как Гарри Поттер. Палку кинулся да поехал. Всё, машина есть. Замечательно. Значит, смотри, тактика следующая. Из машины не вылазим. Угу. Но агрим конкретно. Пиздец, хорошо. Так, ну ты уж точно сможешь. Смотри, заводить. Где они ее поставили, смотри. Мое дело рулить. Так. Заебись, вода. Парканули как цари. Погнали. Давай. Машина хорошая, машина найс. Охуенная тачка. Охуенная тачка. Че у меня за дырки? Фу, блин, мерзкие. А мне нравится. Не. Знаешь, как терочка для сыра и для морковочки. Ну, блин, ладно. Что, а что тебе это мерзко? Это же нормально. Но терка это обычная кухонная. Я не особо люблю вот эти вот все дырки, которые близко друг к другу расположены, большие. Как это, трипофобия, что ли? Меня это как-то начинает... Дырка-боязнь. Дырка-боязнь Евгения Биомода. Боязнь дырки. Нет, начинает так много коробить. Ну ладно, я просто не буду смотреть на нее, я просто буду смотреть на дорогу. А мне нравится, нормально. Даже на паучка похоже чем-то, да? Фу, не надо, вот еще паучка, вот я сейчас точно блевану. Да пауки такие найсовые вообще. Фу, не надо, какие пауки, говнюки. Женя, ты всего боишься, что ли? Да, я боюсь. Дырок.
А да, дырки в пауках. А дырку пауков вообще боюсь, ужас. Ты едешь красным? Чувак с черепом, чувак с черепом. Давай ебанем его. Пойдем. Нет, что говоришь? Ебанем, говорю. Нет, а до этого что-то там, ты чего-то там. Где он? Он слева. Пизди, блядь. Готовы? Чё, сколько я получил? 3000 баксов за это. И 400 РП. Нихуя. 3000 баксов и 400 РП. У него черепок был. А на чем он ездил? Жень, за нами. Давай, не за нами, да. Вон двое, давай. Все, началось. Началось. Давай, те самые, это те самые. Ты сейчас нас тут не взорвай. Давай, пизди. Блять! Говно гребаное. А я кого-то убил, походу. А, меня, и там еще кого-то. А можно я сейчас быстро восстановить, так что это вообще не проблема. Замечательно. Так, ладно. Ох, как я ебанул их-то по щам всех, найс, да? Да, вот этого чувака с черепом так я. Да, я тебе говорю, 3000 долларов и 400 РП. Как ачивочка была. И красненький. This is Morse Mutual Insurance. Интересно. 9000 восстановить машину. Я в тебя стреляю. Братан, о чем? Да не стреляй ты в Олега, охренел что ли? Женя, отомсти за меня, давай. Я отомстил, он по тебе почему-то начал стрелять. Заминька его, Жень. А я вот застрелил, я опасен. Опасен и прекрасен, и няшен. Да. И прекрасен. О. Там братишечки от копов отбиваются, не пойму только где. Блять, пизданули. А чувак себе спокойно, блять, спокойным шагом идет, знаешь? Так, я восстановил машину, сейчас обратно ее вызову. Механик. Тут механик Джаник, ёпт. Надо его называть. Там чувак лезет тут наверх по лестнице, короче, я его пиздец. Через 2 минуты могу вызвать. Он Нестер дал задание исходные данные. Нихера вы там устроили. Что-то там пиздец вообще, я тебе говорю. Я, блядь, не особо скисты. По мне, 3 звезды, ну ёбаный кабась. Старайся, кабась. Ясь. Ясь. Что? На машине. Что? Что? Ну, это было? Пиздануть. Ты пойдешь со мной, блядь, не пойдет со мной. Ой, я такой типа, ох, вы меня убили. Хлопы. Как вы посмели, да? Так. О май гад. Я еще хочу того черепка, ёб. Две минуты надо ждать. 2 минуты, 2 светлых сисечки. Так, нужно, смотри. Нужно нам встретиться, скооперироваться. Вижу, давай, давай. И сзади. Прямо по дороге, чувак, давай. Ты бери машину. Давай. Вот, машина есть. Все, один чувак лег. Второй тоже, давай. Кабовскую берешь? Давай. Конечно, а че? Он прилег, он поворачивался к тебе, уеба. Так, все, поехали. Смотри впереди, сколько точек, какое веселье. Давай. Замечательно, тут, поехали. Вот давай, прямо, смотри, поехали. Он выйдет на дорогу сейчас. Нет, засал. А он впереди стоит в амунации, в амунашечке, можем быть, его просто. Давай, взорвем прямо. Заминкать да. Выход и подождать его просто. Конечно, это идеально будет. Давай. Блин, правда, копы хуёпы, ну ладно. Да пох. А, смотри, дорогу нам заблочили, типа, мы здесь объедем. А, вас соснули, дураки. Ты уехал, Жень, давай. Так, где-то здесь он. Бля. А где эта херня? Ты проехал, Женя. Блядь. А здесь еще не проедем. Вообще, я тут думал. Он там, наверное, охуевает, думает, что за хуйня? Давай мы зайдем в амунашку. А, ты сбежал. Нет, я еще не забежал. А ты там рядышком, мы. Здрасте. Так, я думаю, куда ты делся? Минируй выход. Я зашел, чувак меня, блядь, ёбнул сразу за прилавком, а этот такой повернулся, какого хуя происходит? Ты убил его, да? Нет, меня убили, я к прилавку уже вылетел. А. Это эпично. Минируй. Но он там стоит еще, Женя, он там стоит. Короче, мины возле машины, возле здания исчезают, возле выхода. Да. Я только сейчас это понял, то, что они исчезают, нельзя, не получится. Да. Так, сидим тут, ждем его. Так, давай. А его убили, его... А он вышел или его ёбнули? Я не знаю, я не видел его, Ник, я не знаю, там один вышел, другой умер. Один вышел, другой умер, Гордон Фриман. Блять. Сел за бумер. А, не работает. Смотри, сколько машин возле входа. Взорви все, Жень. Давай. Взрывы. Ща. Блять, меня ёбнули, я уснул. Я тоже хочу, там такая. Они все, они начинают уезжать. Че, беда? Так, а вон чувак. Чувак бежит в амунашку. Да, точно. Сейчас вырубим.
А, почти мертвые. Я его почти убил, у него там вообще лоу хпшечка. Так чудненько же. Я не спорю. Это даже больше, чем чудненько. Еще у меня будет гандонит, наверное. Это сука. Куда он делся, блядь? Братан! Нихуйски, да? Брат, брат! А, копы! Слушай, я с двумя звездами, зашел в закрытую эмунацию. Блядь, и как нормально, сейчас попробую с ножа резануть его. А хотя нет, давай закупимся, что париться. Три звезды у меня, прикинь, а я в эмунации. А че не взрывается-то, блядь? Моя С4 исчезает просто. Я заминировал, но С4 исчезло какого-то хрена. Как вообще, почему? Так, понятно, ничего не работает. Жесть какая-то. Так, вижу тебя, бегу к тебе. Все, загляните в другое время. Амунация не работает. А, о, тебе белый идет, аккуратно. Аккуратно. Вот, ну, сука. На танке, Женя, на танке приехал. Блять. А, нет, ну ехал. На танке. Пиздец. Ладно. Походу у него большие банки или стальные яйки. Интересно, нет. Сколько надо мин, чтобы взорвать танк такой? Блин, не знаю. Нужно, как минимум, нужен второй танк. Вот. Что нам нужно, так это... Это да. Ты где я тебя потерял? Да что, вот у меня. А, вижу. А что тут делаешь? Потерял он меня. Идем заминикаемся. Блять, они едут сюда, смотри. Сколько их там. Так. Едет, смотри. Угу. Вон один. Вон там второй. Он далековато. Вон на красного идти, я думаю. За красным-то. Вон они там, смотри, друг друга гандонит. Там на танке, чувак, это ж пиздец. А, если бы он был на танке, мы бы слышали. Так, вот я что не люблю. Смотри, люди стоит. Бегут. Сколько людей. Мне что-то Мэри Уэзер звонят. Нет проблем, которые нельзя решить. Нихуя. И все копы на тебя. Трап, дорогой, блядь, бедные люди. Ааа, меня сейчас сбили. Женя, все хорошо, садись. Сейчас, копы, пизданул, копы. А, ёпта, блядь. Как ты его прописал-то, ёпта, а? Копы в щи просто... С кулачка. Разорвав ему два очка. Так. Оптика, чё только нету, а? Ладно. Пиздец вообще. Ну-ка. Ща. С оптики, может, кого-то попробую пальнуть. У меня ж получилось в самом начале там заснайперить парочек. А вот сейчас... Так, отлично, я каповскую тачку украл. Я на самом деле не удивлен. Просто очень много копов, понимаешь? Так, давай еще. А, очень много копов, я так понял. Ну-ка. Давай, Жень, ты за руль? Сколько? А, ни одного? Блять, я не за руль. Нихуя, три звезды, давай, за руль. Сейчас, она пересядет сама. Садись. Да садись, ты дурной, давай, садись. Отлично. Во, нормально. О, пиздец, впереди двушечка. Готовься, да ты готов миночки. У меня миночек нет, обычный граночек. Готов переночки. Делай заготовки. Ёб твою мать. И хера. А че его так лагает, смотри. Посмотри, как он лагает. А ну приблизься. Нихера. Это че было такое? Нахуй. Нехуй, блядь. Стой. Сзади я взорву их. Давай. Взорвутся. Все нормально, друзья. Все, Жень, давай, гони. Куда ты едешь? А, кстати, неплохо. Смотри, как интересно, да, стробоскопаете? Вон и смотри, раз, два, три. Ой, блядь. Парень, податок, давай мочи его. Он, блядь, пока не отвлекает. На, взорваешь. Оп, ставим, наверное. А где другие? А, вот. Пизди. Отлично. Пиздебит, блядь. У меня гвены закончились. Блядь. Хуёво. Гони, Женёк, гони. Ну нахуй пиздит нас больно. Хоть нас, правда? Кого-то вроде взорвали. Да, вон кто-то есть. Давай собьем его. Он стоит. Сбивай. Ну нахуй, да. Хорош. Еще раз давай. Мне. Добьешь? Просто. Женя дал говна сегодня даже. Я попал хоть в кого-то. Чувак тоже на Каповской. Так, колесо. Да похуй на колеса. Ты, кстати, зря уехал назад, там двое ж было. За нами чувак едет, кстати. За нами едут, да. Давай, мудака.
Может, попал? Нет. Я так под себя бросаю гренки. У чувака, может, сбить можно будет? Ёп! Хорошо, хорошо, мне понравилось. Блин, были бы обладки закрыта мануация. Я думаю, тут можно закончить, наверное. Да, давай закончим. Давай закончим, продолжим уже в следующий раз. Всем пока-пока.